Друзья, и всем привет, с вами Капанда, и смотрите, кого я превратился, конечно же, в короля, потому что я снимаю это на Пасху. Ну, ролик, конечно, выйдет потом попозже, но это симулятор кролика на Пасху. Смотрите, какой клевый чувак. Я, короче, такой кролик, бегу. Почему-то мне кажется, что у него какой-то попец маленечко потолще, чем у настоящего кролика. У нас есть морковка, можно ее хрумкать. Нам-нам-нам, когда мы ее хрумкаем, у нас копится опыт, и мы увеличиваемся в размерах. Ну, как в стандартных режимах в Роблоксе. А на двоечку можно драться. Смотрите, у нас появляются такие когти. Мамочки, какой страшный кролик. Я могу так вот делать. Я бы не хотел с этим кроликом играть в одну какую-то игру. Особенно в замкнутом пространстве. Потому что, мне кажется, это очень страшно. Я лучше буду играть с этим кроликом, который будет кушать морковки. Хром-хром-хром-хром, мы кушаем-кушаем. Я уже, между прочим, 5 уровня, маленечко подрос. У нас тут есть какой-то чувак. Мы попробуем его, может, побить, а нет? Как вы думаете? Ну-ка, давайте. Такие мы такие добренькие. Добренькие. Сзади заходим. Достаем когти и начинаем рубить. Да, начинаем рубить. О, нифига себе, я его зарубил. Смотрите, у меня жизни, конечно, половинка осталась. Я надеюсь, что это был плохой кролик. А если был хороший, то извини меня, пожалуйста. Я тебя не хотел убивать. Я просто хотел показать, как что здесь происходит. На самом деле, я очень добренький. Вы посмотрите в эти глаза. Вы в них посмотрите. Могу ли я быть злым? Нет. Даже он говорит, нет. Можешь быть злым? Нет. Ой, мамочки. Ну, кто-то считает, видимо, иначе. Короче, мне отомстили. Потому что все в жизни возвращается бумерангом. Если ты кого-то побил и убил, тебе обязательно вернется зло. Поэтому нужно быть добрым. Я больше никого не буду бить. Я свои коготки вот эти спрячу. Раз, два. О, да он как росомаха прям. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сейчас зарежу. Нет, я буду добрый. Я учусь с морковочкой. Я буду с морковочкой со всеми дружить. О, и у нас уже следующий уровень. Уровень номер 6. Короче, это симулятор кролика. Давайте посмотрим, что у нас здесь вообще есть. У нас какие-то большие гусеницы, у которых головы какие-то зеленые, и они кверху тянутся. Но я понимаю, конечно, это не гусеницы, это вроде какие-то волшебные деревья. Давайте глянем, что у нас здесь вокруг есть. У нас есть пасхальные яйца. Можно их побить, а? Я хочу с кем-нибудь стукнуться яйцами. Сегодня Пасха, как раз Пасха. Но ролик, я как говорил, уже выйдет маленечко попозже. Это у кого? Кто больше съел морковок? Мамочки, я таких даже считать не умею. Там очень много морковок у него. И куча клевых яиц. Яйца, это прикольно. Так, максимальное количество, кто сделал? Ребёрцев. Вау, вау, вау. И нечего сказать, 274 тысячи. Это просто обалдеть. Ребята, откуда у вас столько времени, а? И самый большой уровень 80 тысяч. Ну, я почти рядом. У меня просто 6. Ладно. Я хотел посмотреть, там где-то были какие-то кирпичи. Мамочки, какой он жирный, сколько он съел морковок. Он еще и летает. Вау-вау-вау-вау, он столько съел морковок, стал таким жирным, что он просто летает. Обалдеть. Ну ладно, не будем на него ругаться. Я хотел посмотреть, там где-то были какие-то кирпичи. Вон кирпичная стена, давайте оббежим. Не-не-не, парень, только не надо скушать. Кушать нас не надо, мы нормальные короля. Так, убегаем от него и сбегаем вот сюда. Я хочу посмотреть, здесь какая-то стена, как у Марио. Может быть, давайте попробуем туда залезть, либо вокруг побегаем. О, смотрите, чувак, я просто бегаю, как-то скачу, а он на двух ногах ходит. Это какой-то кролик, человек просто, человеческий кролик. И что, мы его разломали? О, здесь у нас какое-то яйцо секретное. Тихо, не надо драться. Понятно, он, короче, защищает это яйцо. Не-не-не-не-не, я побежал отсюда. Они какие-то все злые. Я-то добрый. Посмотрите на эти глаза. Посмотрите в глаза и на эти когти. Глаза, когти. Глаза, когти. Глаза, когти. Глаза, когти. Нет, лучше глаза. Побежали, лучше дальше будем лопать. Ням-ням-ням-ням-ням. Морковка вкусная. Так, давайте бегаем, что здесь. А здесь у них ничего, по-моему, нету, да? А плейстер, кстати, не особо большой. Не особо он большой, но зато прикольно кроликом. Смотрите, как я прыгаю, а? Я просто бегу и прыгаю, и причем я даже не касаюсь земли. Я какой-то волшебный кролик. У меня волшебный попец, который меня просто подкидывает. Это, видимо, из-за того, что я такой добрый, пока не достану свои когти. Не, я добренький, я не хочу никого бить. Во-во-во-во-во-во-во-во, нужно быстро вот эту штуку найти. Короче, там какие-то, я так понял, секретные... Он сейчас будет драться, наверное, со мной. Не-не-не-не-не, мне надо это яйцо достать быстро. Так. О, тут тоже яичко какое-то есть. Тихо, мы не будем драться, мы не будем, я добрый. Давай вместе поделимся, мы поделим. О, ну еще в какой-то на летающей тарелке прям.
Яйцо — это хорошо, это прикольно. Вот у нас тут, кстати, есть яйца. Вот у меня 90, номер 91 и номер 145. Короче, нужно... Понятно, мы же, короче, пасхальные кролики, и нам нужно искать пасхальные яйца. Ну, в принципе, логично. Я же записываю это сейчас на Пасху. Ну, прикольно. Мне нравится, как они выглядят. Он такой милашка. Смотрите, какие добрые глаза. Какая улыбочка. Сколько в них счастья, доброты и ласки. Пока он не достал свои, конечно, когти. Росомаха. Так, короче, я увидел опять этот хорошенький маленький домик кирпичный. Я так понял, нужно его сломать, чтобы оттуда достать что? Конечно, печеньку. Конечно, нет, яйцо, я шучу. Так, где моя печенька? Мы пока бежим и едим еще морковку. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Вот оно, нифига себе, какое-то динозавровское яйцо. Яйцо динозавра, короче, бам-бам-бам. Мы его, короче, взяли. Сколько у нас уже яиц? У нас уже 3 яйца. Ну, конечно, мало, а нам нужно кучу их собрать, всю коллекцию. Их очень-очень много. Так, есть еще. Так, они что-то меня догоняют. Они какие-то страшные. Главное только не драться, ребята. Вы драться не будете? Ребята, всем привет, только не драться. Я с морковкой, я добрый. Вы посмотрите в мои глаза. Я самый добрый кролик на свете. Я не буду показывать свои зубы и свои когти. Да. Да зубов тем более тут не видно, где там зубы. Вот он говорит, нет, я добрый, нет. Нет, я добрый, смотри какой. Я буду кусаться, не буду кусаться. Я буду грызть, не буду грызть. Буду кого-то вот этими коготками рубить. Конечно же нет, не буду никого рубить, да. Ладно, побежали дальше. Воу-воу-воу, мы же такие большие, что ли? Воу-воу-воу, еще один встал. Я вижу. Сейчас оттуда выпрыгнет Марио. Мы сейчас разобьем эту стенку. Оттуда выпрыгнет Марио. И он высидит яйцо. Но это, конечно, не точно. Марио. Ну это не Марио, там какой-то Пикачу мелкий. Хватит драться. Я сказал, я добрый. Где у нас яйцо еще взялось? Да, у нас уже 4 яичка. Обалдешки, какешки. Где у нас есть еще такая же стеночка? Надо стеночку эту будет разбить. А мы, между прочим, до 500 нам осталось чуть-чуть. Нам уже по 10 дается. Воу-воу-воу, мы подняли следующий уровень. У меня левел номер 11. И уже за один укус дается по 11 морковочек. 11 морковочек — это очень-очень хорошо. Давайте сбегаем, посмотрим, найдем еще какую-нибудь стеночку, где у нас прячется Марио. Вот еще одна стеночка. Вот она моя хорошенькая. Давайте ее сломаем. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. И здесь у нас яйцо. Ого, яйцо-шляпник. Это какой-то... лепрекон. Мне кажется, лепреконское яйцо. Где у нас есть? Все, оно у нас взялось. Номер 87. Капец, 152 только яиц, куча. Сколько тут надо будет собирать? Я, наверное, запишу еще потом пару видосиков. Если это будет популярное, мы еще разок запишем. Я хочу всех собрать, попытаться. Ну, а мы, между прочим, кушаем наши морковки. Смотрите, какой уже здоровый. Я уже жирный кролик, упитанный. Конечно, столько морковок. Я съел 4400 морковок. Если бы я в реальной жизни сожрал столько морковок, я бы не знал, как я бы выглядел. У меня бы уже попец был еще толще, чем у этого короля. Но зато вы посмотрите его добрые глаза. Какой он миленький, а? Да вот такой. Ты мой хороший. Ладно, побежали, посмотрим, где у нас есть еще Марио. Так, еще я вижу, вот он, большой кубик, мы его сейчас возьмем. Смотрите, здесь у меня армия моих кролей, вот они за мной бегут, молодцы. Давайте, друзья, мы возьмем этот дом, мы его штурмуем, бенчики, у нас там яйцо, какое яйцо, мы взяли какое-то яйцо. Вау, у меня уже 6 яичек, какое-то королевское яйцо. А кто меня забодал-то? Какой-то маленький там чувак меня забодал. У меня уже 22 уровень, смотрите, сколько я морковок наел, я такой жирный. Ну, тут, чувак, еще есть жирнее, конечно. У меня 22 уровень, а максимум здесь 59 на серваке есть. Вот они все мои друзья, все здоровые, всем привет, друзья. Ну, я ем только морковки, я не показываю свои когти. Я добрый кролик, да. Вот такой хороший. Вы посмотрите в эти добрые глаза. В общем, режим прикольный, на Пасху мне понравился. Он мне доставил кучу удовольствий. Все, друзья, всех с прошедшей Пасхой и увидимся в следующих видосах. С вами был Капанда. Пока-пока!